Так, видео для тех, кто давно не сталкивался с посудомойками. Есть вот такая вот посудомоечка, традиционная Bosch. Ну, они разных производителей есть, поэтому кто во что горазд. В принципе, у всех схема идентичная. Сейчас буду соль засыпать вот туда. Здесь вот такой вот отсек. Туда надо засыпать соль у нас. Тоже крышку снял. Поэтому обслуживайте, господа, хорошие посудомойки, чтобы они у вас служили верой и правдой. Так, вот такая у нас соль. Сейчас будем ее открывать. Так, где у нас тут? Ну, ёкарный бабай. О, сама видим. Одной рукой снимать, конечно, не очень удобно. Но постараемся сейчас засыпать. Насыпать надо прилично. Ну, вот так. Пачки такой, мне кажется, надо хватить должно надолго. Посмотрим, вода уйдет. Сыпем дальше. О, все, воду выдавливает, сейчас все хорошо будет. Туда ее, по-моему, вообще никогда не насыпали. Насыпали очень давно. Сейчас проверим, уже пол пачки ушло. Ну-ка. Кажется, вот оно все, да. Оп, все, задраили отсек. Вот такая вот соль, я думаю, хватит еще раз на два. Так, вот идет загрузка посудомойки. Как я уже и сказал, сейчас еще дозагрузим. Вот у нас отсек под таблеточку. Оп. Вот это у нас отсек под ополаскиватель. Ополаскиватель я забыл купить. Тут есть риска максимум докуда насыпать. Мне кажется, этой посудомойкой ополаскивателем вообще никогда не пользовались. А в основном пользовались какими-то ноунейм таблетками. Сейчас я буду заряжать такие условно-путние таблетки. Посмотрим, что из этого получится, как отмоет посуду. Так, вот такая у нас пачечка Fairy. Сейчас посмотрим, где сделано. Русский. Куплена была. Так. В магазине красном. Магнит называется. Procter & Gamble. Так, кто производитель-то? Черт, ничего не понятно. Минск, Казахстан, дистрибьюция. Так, вскрытие пачечки происходит в Fairy. Так, мы сейчас, наверное, лучше нож возьмем. И вот этим ножом, который у нас будет в мойку, пойдет. О, уже вляпался во что-то. Вот такие вкусные у нас тут капсулки. Сейчас мы одну из них зарядим. Капсулы выглядят вот так вот. Якобы с лимончиком. Вот. Плюс 44. Procter & Gamble. Made in Ninash, как говорится. Такие капсулы мы сейчас сюда зарядим и испытаем посудомоечку, которая давно питается какими-то хреновыми капсулами. Сейчас я покажу, как они выглядят, no name, и говорят, что она плохо отстирывает посуду. Ну, посмотрим, как будет отстирывать вот такая вот вкуснятина от Fairy. Так, ну вот, no name. Я даже не знаю, не осталось коробки. Такая вот таблетка есть. Хрен пойми, кто производитель. И то ли дело, вот это у нас вкуснятина от Fairy. Есть разница, дамы и господа?
Мне кажется, очевидно. Ну, потом я ее тоже проверю. Так ли она плохо отстирывает. Все-таки их надо все равно тоже использовать. Не выбрасывать же. Либо как-то их можешь перемешку. Хотя как перемешку, есть тут такая капсула. Вот так. Ну, заряжаем. Хоп! Потом надо будет еще поласкиватель докупить. До полного боекомплект, потому что там уже заряжена соль. Вот так будем работать.